Всем привет! С вами Громакина Ярославна. Сегодня у нас очередное занятие, очередное задание, по-моему, уже четвертое. Задание будет интересным. Называется «Почувствуй себя героем». А дальше вы можете придумать сами. Героем чего? Героем фильма, героем песни, героем какого-то литературного произведения. Когда речь идет о том, чтобы почувствовать себя героем фильма, вы пишете, что вы предлагаете поиграть в такую игру, почувствовать себя героем фильма. Для этого вы сами первые придумываете какое-то название, например, про вашего друга или даже про себя, неважно. Ну, обычно, например, про какого-то другого человека. Вот у меня сестра Катя, и я пишу название фильма «50 оттенков Екатерины». Вот, то есть следующий человек, который пишет комментарий, он придумывает уже с моим именем, да, например, там «4 танкиста и Ярославна», да, например, его зовут Дмитрий, и я напишу «Приключения Дмитрия». Я думаю, что вы все догадались, о каких фильмах шла речь. Вы меняете одно слово, например, на слово из имени человека, который оставил комментарий. Когда речь идет о книге, вы используете название книги. Когда идет речь, например, о песне, вы используете строчку из песни. Ну, это должна быть такая строчка узнаваемая, чтобы все ее знали. Что ваши варианты? До встречи.